В Магадане провели всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ-экспедиция-2020». С 8 по 11 августа все желающие поселка Ола, Сокол и в областном центре могли бесплатно провериться на наличие инфекции. Для этого требовалось пройти в специально оборудованный автомобиль, сдать анализ слюны и уже через 15 минут получить результат. Также гражданам проводили консультации с целью повысить мотивацию в частом прохождении тестирования и снизить дискриминацию ВИЧ-положительных граждан. За эти три дня у нас прошло тест 159 человек. Очень много было вопросов по поводу того, что это, что за такие диковинные тесты, возможно ли заразиться через кнопку в кинотеатре, не надо ли бояться комаров и так далее. В общем, очень важно как раз рассказывать и развеивать мифы. Вот, потому что мы знаем, что невозможно ни через комаров, ни вообще каким бытовым путем, ни через кнопку в кинотеатре. Фактически, самое главное для нас – это рассказать, что ВИЧ может передаваться только тремя путями. Для взрослого человека этих путей два – при инъекционном употреблении наркотиков и при незащищенных половых контактах. Акцию «Тест на ВИЧ-экспедиция-2020» проводит Министерство здравоохранения Российской Федерации в формате автопробега. Всего организовано 4 команды, которые посетят 45 регионов страны. Первая с названием «Запад» начала объезд с Калининградской области. Две команды «Восток-1» и «Восток-2» едут по Камчатке, Владивостоку, Сахалину и ближайшим регионам. Четвертая команда «Север» посетила Магадан, Чукотку, а затем проследует в Ленинградский автономный округ. Всего на сегодняшний день экспедиция протестировала 5721 человека и прошла 23 486 километров автодорог. Впереди еще две трети пути и тысячи тестируемых граждан России.